Чикалов и Федоркин. Держи. Чикалов, да? Да. Они сказали, прочуйтесь. Я хоть буду показывать, что действительно нравится. Маша, это очень трудно. Ну, видишь, там у меня минус. Уже минус. Два предположения там выводят. В конце же я отнимаю, как общий зал. Старайся бы там, если будет сидеть прямо. Хорошо, Маша? Ну что, бить нужно, а не гладить. Ну, садик не может. Делай, сдавай. А задний? На третий сюда же оставим. Наташа, да? Где твой диплом? Что? Диплом в Сергее. Ты мне дай его, я говорю. Не лети, не лети. Вот большой диплом. Раз на углу продолжение боя готовится Иванис Чекалов, Тюмень. 88-го года рождения. Саватом занимается 3 года. Первый спортивный разряд. Финалист чемпионата России. Тренируется под руководством Игоря Девчулиса. Я не знаю, зачем ты идешь. Я думаю, что тебя спрашивают, зачем идешь. Мне сказал, Женя позовет. Пойдем, что ли? Вот. Сейчас достану.
Синему клубу продолжение боя готовится кандидат мастера спорта Александр Сидоркин, Ленинградская область. 90-го года рождения, 7 лет в Савате, 102 боя, 82 победы. Технический разряд «желтая перчатка». Серебряный призер тенниса Европы 2010, бронзовый призер чемпионата Европы 2012. Тренируется под руководством Сергея Буланова. Кубик созвездия. Алексей Сачевка боксирует. Саня, работай.
к выходу в ринг готовится последняя пара наших соревнований. Бой номер 26. Вес 85 килограммов. Артем Никитин, Мурманская область. Алексей Сачивко, Архангельская область. Бригада судей работает в том же составе. Стол, и Витя отдашь телефон, чтобы он с того ракурса снял, а ты не просто заснял. Как, Александр Саныч, как туда подняться-то? Федерация,
Единогласным решением судей победу в финальном поединке и звание чемпиона России 2013 года завоевал Александр Сидоркин.